Привет всем-всем! Вчера сказала привет, коллеги. Обычно я в группу себе говорю, ну, овцеводу, привет, коллеги. И получилось, на канал так сказала. Ну, здесь есть и коллеги у меня на канале. То есть люди с моей группы тоже. Есть, кто никого нету в группе, но они тоже держат овечек. И смотрят иногда мой канал, когда есть время. Поэтому вот так. Кто-то, наверное, смотрит, потому что просто нравится. Люди же разные. У нас вот дождик прошел. И солнышко вышло, представляете? Вот как хорошо у нас сегодня. Ветра нету. Ну, такой слабенький, можно сказать, практически нету для нас. Классно, хорошо. Кушаем вдоволь, давайте поедим и пойдем. Выходить они не хотели у меня. Но я настояла, поэтому... Ну, мы утром выходим рано. 5:30 мы уже идем гулять. Чтоб пораньше. Плюс трава у нас хорошая, видите? Конец апреля, какая у нас трава, как будто лето. Поэтому они быстро наедаются. Хорошо? Отлично. Чтобы не было мух и клещей вообще бы.